два сейфа монолит, одинаковая конструкция. Ну, само собой, есть отличия как по размеру, так и по монтажу. Монтаж, ну, по способу монтажа. Способ монтажа, как правило, обусловлен спецификой места, где будет стоять сейф, материалом стен, полов, либо если он устанавливается на пол. Если он устанавливается в мебель, то есть, то есть иногда так бывает, что нет возможности крепиться в заднюю стенку, она из пеноблока, в бок, вверх, вниз, это все идет мебель, там нет никакого, ну, в мебель крепиться нет смысла. Поэтому выбирается стена, вот в данном случае это боковая стена, она из бетона выполнена. То есть сейф будет полностью находиться, в мебели корпусной. Ну вот эта стена мебели, она крайняя, скажем так, и она граничит с бетонным пилоном. То есть вот в этот пилон будет установлена вот эта монтажная плита на 10 костылей на сварку приварена. И потом уже к этой плите будет поднят сейф, задвинут вот в этот паз и закручены вот эти две, на две вот этих штуки, стянут через боковую стенку. Каждая шпилька рассчитана более чем на 10 тонн. Это специальные шпильки для головки блока цилиндров 16 диаметра. Вот такой же, в принципе, по конструкции сейф, но размеры, само собой, другие. Здесь монтаж, это напольный сейф в пол и боковая стена. По конструкции они одинаковые, это наружный лист пятерка, потом 6 сантиметров армирована фибробетона, потом идет листройка. Ну и все это, естественно, все уязвимые места защищены каленым металлом, двумя 6-миллиметровыми пластинами. Одна находится в бетоне, 6-миллиметровая пластина каленая, и вторая находится уже непосредственно перед замками.